Поставьте шкаф пока что. А что Мишка делает? Чего он умывается? Первый раз я такой вижу. Ну, он жрет так. Ой, я себе, ты что, анимацию сделали? Всегда была. Я не первый раз такой вижу. Ну, реля ебать жрет. Ну, ты просто медведей не видел. Есть. Да нет, сколько играю, первый раз только анимацию вижу, кстати. Я знаю, что кошка, когда ест, она типа умывается. Медведь вообще зачетно закидывается. Медведь вообще раз. Сейчас дам все смотрят, я кину. Закидывает за обе щеки. А по кому ты каску даешь 8%? Чтобы кому-то кулак дать? Да, да, по коту и по паладину. И по ханту. А. Да и по Мишке тоже. Чтоб он набирал. Так, что там, долго терять? Не-не, сейчас я ему скину банк. Там убили в нем, интересно. Книжки свои сразу все жмите сейчас. Выбрать результат. Только брони ни у кого нет. А, вон, Warstyle такой. Это Ворги, он хорошо дамажит. Тогда на зеленый станешь Космон. Ты, получается. Больше некому. Так, давайте... Жри рыбу, теряйте. Примерно на после второй лужи уже прожимай этот, как его? Да я умею. Да. Заслон. Я еще портал поставлю. Заслон, а еще каплю на него заебись будет кидать. Да, и каплю. Ну я могу зубом исследовать, примерно под таймик. Зубы они просто ненадолго, а капли 12 секунд заебись тема. Там в таймик просто, да? Короче, Ом, как мы бьем? Типа возле стенки и до той стенки. Вот тут забрала возле стеночки, вот где. Потанчила, убежали к той стенке, в самый конец. И также с той стороны. Поймала вот возле той стенки. И вот так от стенки к стенке бегаем. А то вот это то, что мы тут разбили вот это треугольником, это вообще ёбнешься. Какие-то беготня какая-то лишняя. 3500 СПД теперь. Так, окей, давайте, даю сейчас Арчинаку. Что там вообще у вас? Подожди минутку, сейчас я ману попью. Давай. Забыл спекнуться. Надо теперь кольцо с острова фармить. Придется. Так не хотел его. Все, блять. А, давай. Лови. Лови его и его сюда веди. Да что он подойдет уже? Пробежал. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Лучше вас дает. Идите сразу за лужами, лучше прибежите. Давай идем. Давай. Дайте только раскол по трияке. Ой, раскол, блядь. Сорви. Она не срывается тут. А, не срывается? Нет. Шаман. Так, две лужи, да? Примерно вот сейчас дойду. Что, третья вышла? Секунд, пожалуйста. Убежали, давай. Что-то я испугался, думал, меня лужи кинуло. Клюнул, нет? Разверни его, чем красный ловить. Все, отлично, молодец. Не надо мне говорить очевидные вещи. Так, шаман.
Ну мы же не любя. Да, только Ома переводится бабушка. Я уже тут собаку съела и очень много. Я смогу через краса побежать? Ничего страшного случится? Ну как тебе сказать? А. Вот, блять, я даже лужу задолжу. С остроху? Вы там с той стороны уже уходите, а то не успеете бежать. Бежать. Щита вот тут надо съесть. Да мне, наверное, проклятие руку надо было кидать вместо лапки. Да, да. Да ладно. Походу мой шипешник больше моей совы дамажит, блять. На сове там вообще 300 скорости, блять. Крита 38, что ли. Синий вот за это. Шман, уйди. Так что, вы первая лужа или вторая? Первая, да? Первая подо мной была. А. Вторая? Примерно сейчас, да, будет перейти. О, выходи, выходи, выходи. Шо, блядь? Да? Тебе, блядь. Кстати, синие зубы, там, возможно, это тебя. Да, там будет что-то. Ебать. Да нет. Этот. Под стаей бежали, короче, я дал ШВД, блять. А, СВД. И замедлился, блять. Здесь проклятие Рока 9 как ритует. Все, полурон. Ох, у меня нет. Так, оставил капку книжку по мане. Что там орить, чтобы на тебя не было? Вот там две просто в танках зарядил. Давай зарядил так же. Все за Дима Масленников в Дискорд. Свинобомб? Лужа? Ну, блядь. И ты встал, блядь, опять же, да? Чё, три БР есть? Да. Это тоже стоп. Дерево. Давай. На этого... Ой. Убежать. Наверное, заслона не было. Убили этого дракона, Антох? Он ушел. Я ебёшь, чё происходит? Плюнул. Вы не умрёте, там всё вообще. О, нихуя повезло, блядь. Колдун 258 кольцо нафармил. А чё везло? Ну типа, под фулл щитками он не убивает дыхание. Как везло, что щитки были. Давайте, ловись. Добьём. Не АПС какой-то. Может Герус тебе дать, если скатилось. Есть Гера? Нет. Шал, да? Даю зубы. Вот, блядь. Ну бля, я вышел. Подняли. Ну,
Давайте отбежим. Типа после его мы скрываем, у нас сейчас есть одна отбежка. Черляемся. Бежим. Я же вышел, а оно опять тикает. Еще и больше. Там может типа тик убил не лужа, а тик убил это самое этого. Не-не, лужа. Увидание. Горение пустоты тикнуло. Может зубы спалили. Мы его разъебем уже просто. Там было увидание, горение пустоты и увидание. Увидание это АУЕшка. 3 секунды. Это лужа, это лужа. Увидание это лужа. Да? А горение пустоты это АУЕшка. А горение это АУЕшка. Ну там 15-7-17, вот так вот. Давайте там на синий. Да не, отлично. Да не надо. А что то, а лучше? Нормес. Блять, мне вот эти шмотки нравятся танковские, всякие с тремя, с четырьмя дырками, блять, охуеть, и стамины столько. Наверх и налево кто-то себе подойти. Штаны вот эти на мишку, сука, прям сок. Какой сейчас босс? Шахматы? Ну будем бить. Я просто душа не ебу, как он бьется. А, ты не знаешь? А кто в рейде знает? Вильзеву же знаешь? Ну я могу заиралить вам шахматы. Женя знает. Блядь, Ильяки нахуй, сука, молчи. Ой, вы чё умираете? Ой, есть ничего не умирает. Блядь, чё умирают? Вроде спарит моба. Сейчас. Говорит, поднять. Тебе тогда не понравилось, как я шахматы провел? Мне не понравилось их вообще пить, блядь. Я надеялся, что мы с тобой промолчим, а эти два не знают. И мы тупо их скипнули. Да вообще не дальновидный. Женя, там меч падает там на трансмог. Щит с критом залупа, меч залупа. Кольцо крит меткость носового, да? Это уже надо бить. Сидит колдун, удивляется. Мы с ним дискуссировали на эту тему, то что на 258 кольце меньше хосты, чем на 245. Штаны там на этого... Блядь, две дырки, конечно. Я забирал такие штаны. А, нет. Не помню, короче. Чё? Кожа с криптом на сову. Пояс. Вот пояс сочный с меткостью на мишку будет. Две дырки. Потом там что-то. Пуха за спину. И голова с криптом. Не, на самом деле шмот залупа, блядь. Полная хуйня. Ну и чё? Делаем. Ну типа, можно не бить, я думаю. Ну, чекните, типа, если оми надо, там, на мишку шмотки и на сову можно выбить. Вообще, как бы, ну, то, блядь, ничего сложного, 10 минут. Да. Я даже не знаю, как чекнуть. Я даже не знаю, как выбить. Как бить, там, короче, эти... Вот этого сера да, надо убить. Пожалуйста. В короля сядет, кто будет командовать, всё. А, дай ассист оми. Там суть выдвинуть пешки сначала, а потом уже дальними фигурами некролитов в одну линию ставишь напротив лейна и пуляешь. Они только по линии перед собой пуляют. По КД и чернокнижника в лейна. И также еще хилки там на ком-то есть. Хилить пешку, которая некролитов закрывает. Вот эти демоны по краям, которые вместо ладей стоят, они уешат на одну клетку вокруг себя. Мне ассиста дадут или я могу? Арстайл, дай ассиста, я тебе говорю, Оми. Терияки, Терияки, дай. Я вообще лидер. Дай. Все, давай, Жень. Мы тебя слушаем. Сейчас аддон отключу. Хао, садишь в печеньку? Мы орда. О, господи. Я привыкла, что я на Ты шо, у нас дезертир, что ли, в рейде? Чи шо? Я ренегат, я за всех. Давай, держи. И че, я буду печеньки делать? Печенька идет в печеньку. Очень логично.
Звезда идет в звезду. Все, ваша задача туда встать, выбрать в таргет лейна, всегда к нему стоять лицом и бить. У вас там две кнопки. Одна хилка, другая бьет. А как он ходит? Типа, ну, прямо лево, да? Они по диагонали, вперед, назад, как угодно. На одну клетку они всегда двигаются. Да, вот эту рубаку нужно вывести впереди меня, которая? Да. Кто там в звезду еще садит? Ты в печеньку? Тыкни сюда луну. Вот. Меня забагалось. Там космополис стал в звезду. Давай, космос, справишься. Все окей. Дальше что делать? Сейчас посмотрим. Да, не нужно. В общем, луна где-то должна стоять рядом со звездой и печенькой. Да вот где портал. Ну, там по-разному может быть. В короля я сяду, я буду давать гео. Они пешки тоже будут двигать. Не факт, что мы так встанем. Ну, не факт, но нам надо очень быстро, прям вообще по КД, руваками выйти вперед. Все, кто, товарищи, свободные, вы в начале боя все садитесь, кто не назначен на метки, садитесь в пешку, встаньте рядом со своими пешками, особенно встаньте перед теми, где вот некролит у нас, где звезда стоит, луна, печенька. Вот этих вот пешек в приоритете надо вывести вперед. Максимально идете вперед по КД, прям пробиваетесь, как не знаю что. Чё, вам давайте. Надо быстрее добраться вперед туда. Это значит стопроцентная наша победа за 5 минут. Запускайте, ну. Сейчас иду в короля, да. Потом, как вы дойдете до конца, вы из пешек этих выходите и можете брать следующие пешки. Все, погнали. Давай, рубаку вводи. Все, максимально вперед, прям по КД. Остальные рубаки где? Выводите. Остальных не трогаем, только 4. Кто свободный, максимально выводите их дальше вперед. Тыкать. Ну там садитесь. Кто у нас в луну хотел? Ну КД на 10 секунд. Поняла. Так, звезда в звезду целится, печенька в печеньку. Помните, под ногами это те, кто у нас четверо ответственных товарищей. Король, чернокнижник. Давай, звезда в печеньку вставай. Я просто не успею. Отлично. Так, все, звезда пошла уже бить короля. Это очень... Не вставай, типа, как печеньку, тут огонь. В луну чё никто не сел? Почему луна стоит? Давай сяду. Луна дамажить должна на топ ДПС. Кто там, блядь, топ ДПС? Да сел. Всё, отлично. А теперь четверочку жмахай по КД. Вот этот рубака повернись, хотя бы пешку эту бомбить. Все, оставшиеся товарищи, кто в пешках дошел максимально вперед и уперся в пешек Альянса, идите, берите свободных этих элемов огненных наших, собак, и идите к королю, попробуйте туда проскочить, тоже его подамажите. Кто ленивая попа, можете отойти сделать себе кофе. Да тут вообще нельзя отходить, что за фигня. Нет, те, кто... Ничего не делает. Возьмите собаку, поставьте на место пешки, которая стоит около некролита форков. Она упадет сейчас. Сейчас я попробую сюда переместиться. Стой там, Луна, ладно. Чигер даю. 2000 урона от кнопки. Ну, выводить нам все равно. Блин, Луна, не надо было туда идти. Я туда должна была встать, чтобы давать вам всем троим геру. Можете демона туда подвести, кстати, еще. И в мелизоне дамажить его. Демоны могут ходить по диагонали. Тебе надо вот там, где собака справа, с краю площадки прыгнуть. Там сейчас собака уйдет. Эрик идет, пошел на землю. Во, волком бейте короля, можно же. Да нет, по идее. Не может. Я нельзя. Да. Ладно. Значит, только демон умеет. Надо, чтобы освободилась. Вот, а сейчас рубаку ебану скоро. Пусть волк на место него встанет. Какого ебану? Там вообще рубаха, которая... А, 30 тысяч, которые? А, 50. 50, 80. Вот на место 80, у которого можно поставить волка, которого поставили около кудесника, а на место волка поставить демона, он будет короля бить.
на мое место, где я стояла, а я куда? Ой, меня закидывают. Хорошо. Я не достаю. Вот этого волка веди, волка веди. Куда-нибудь вперед. Или этого сюда, демона. Я вернусь на звезду, да? Я должен прямо, да, смотреть? Блять, огонь волка пошел. Да, но иногда она забагивается, но развернись на всякий случай. Они иногда почему-то сами крутятся. Хэм их зажали, блядь. Нашу пешку разъебали. Чем могу быть полезен? Ты заебал. Я какая-то. Очевидный ход. Пук дракона забрал голову. Так. Сейчас волка убьют, двигай демона, короче, вместо волка. Я могу волка. Может волка подхилить? А, тут нет демона никого. Не-не-не, волка надо убить и поставить туда демона, чтобы дамажить. Да, все, я взял уже. С огня выходит. Только как туда пройти, блядь? А, ну тут демон пойдет. Да, все нормально? Да, конечно, все нормально, мы выигрываем. Прям зажали жестко вообще. Сейчас вот эту пешку разобьем и демона поставлю без нее. Того бы демона еще подтянуть. Ча королевская упадет и туда въебу демона. 7000. Это им не поможет. Все пиздец. Давай демона сюда в обход ебаш. А, вот вперед, блин, напрямую ебаш демона сюда. Будем его ешь. Кто в демоне? Сядьте в демоне, че никого нет у нем. В крылатого. И вперед его, а уешить короля. Демон много сюда может? Ну да. Немного, но он все вокруг дамажит. 4 что ли тысячи. Ой-ой-ой. Подхильте короля. Блять, занял, сука, этот петух. Вот, блять, не успели, сука. Было раньше демона вести. Ладно, похуй. Бля, я не могу короля бить. Типа, ну, могу. Да, вы можете только прямо. В одну линию надо становиться. Двери не поджог. Вот на пешку вставай, вставай за демона спину. Кружок. Там пехотинец будет дамажить. Блять, не дает что-то. Или не идет он туда? А он труп пока не исчезнет. Какое-то время. Я ушел, короче. Вставай туда. Да, мы ДПС тебя. Ну тот демон еще проебался, вот в котором малак. Надо было его быстрее к королю вести плотную. А мы тут не добьем репы? 1500 надо. Не. У меня тоже там репорт точно. Возвращайтесь на свои места. Давай снизу почистим что-нибудь там потом. Чисто чутка репа на 245 кольцо. А 245 оно с какого типа? Оно... Хилки есть у вас там в демона покидайте? Перед королем который... Чтение, короче, когда начинается, тогда 245 кольцо же. Ну там на 245-м самый имбовый стат и по хосте там криту. Да господи, как же он спал. О, пиздец. Там Лена уже почти без эшки. Сдох демон ебан. Ну второго поставьте туда он. Да, быстрее, быстрее тыкай туда.
Быстрее, быстрее, малак, тыкай. Малак. Только хотя, еще... хотя там огонь, блядь. Какая разница? Мы убили уже. Сейчас он сгорит, блядь, тоже. Может огонь исчезнет? Не, сейчас сгорит. 40 тысяч. Блядь, кружок проебывается, стоит. Ну, конечно, потому что могу. Горит просто. Девятнадцать. Еще сейчас разобьете. Стало. Все, разобрали. Подождите, сундук не открываете, Павла. Уже открыл. Говнище ебаное упало, я хуею. Да ну, нахапало штаны, ты чё? А ты видишь? Ты хапал здесь видишь? А вон артстайл. Хочешь хилить? Артстайл, блядь, не в инстейбе, куда? А, да? Шкаф? Я его суманер. Даш, ты прохилишь Сау? Прохилишь. Вон там шкаф снизу. Давай только меня в сову. Почему? Буду дамажить. Тебе... Да не, подальше. Блин, да я с этими инферналами иногда не очень вижу. Да, там поносит. Да, мать, не боись. Да не надо тестить, вот это не отбегает, отбегает не надо. Лучше отбегайте. А я ШП спекнулся, хочу с Войдом посоревноваться. ШВД в этот? Чё, блядь, если кастовать его чётко, можно и не умирать. Чё? Так там от него никак не умрёт. Умрёшь. Почему? Ну типа он тебе как ХП режет до одного, ебать, это что ты въёбаешь? Потому что умрёшь? А, ты про это? Ну я ставлю на хау, мне кажется, хау выиграет. А чё тут, ты 7 там? Нет, ну просто типа, что я дурачок и нажму шоу для подкаста. А, хуй знает. Только на перебежке можно. Я тыкал этот ШВД, блядь, Т7 только. Ну и так чисто на перебежке. Да не, взрыв плюс ШВД можно отдать. Там сокретанет, там, блядь, допустим, 10 плюс 8. Почему нет? А ну нормально бьет. Типа одного КД можно мне потратить. Еще как раз и крик, блядь, и меткость. А меткость ничего, мне вообще похуй, 15%. У меня как-то меткости было 380 что ли на локе. Мне, короче, орел такой говорит: Войд, блядь, ты самый меткий лок, которого я встречал, блядь. 380 меткости, там весь шмот на локе. У меня на локе на X3 получается было 456. Это пиздец. Потом я удивлялся, хули я не дамажил. Тудус, блядь, ты зашел. У меня луком на этом, на циркуле. В Африке 19 давал, возок на сутки. Мы так, Егор, к этому дошли. К молочеву так вообще. А хули, ну, у вас там рейд вообще ебанистически заряженный, конечно, мы быстрее нас заиграли. Вы на драконе не вайпались, нет? Мы тоже. Блять, сманите меня, я под Удаоран спек скину. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да, давай, давай. Поставьте шкафчик, ебаните сумочку. Сейчас я спек поменяю. Там надо станка будет диспелить, что этот. Какой-то
Блядь, не спекну. Слово тьмы. Боль. Так, сейчас, секунду. А давайте 2 СС повесим. На тебя? Нет. Давай, давай, повесь СС. Кирьяки на Квинмуну повесь СС, а Малах повесь на Ому. Так. А ты ШП пошел? Да. Ну что, это? Что у нас, кроме Ханта, больше дизарма никто не даст, да? Да, на прохим дать. Так, каску даю. Даю каску. И бафни мне 10%. Хорошо. Что-то у тебя на ШП башка какая-то забавная, не? В смысле? А, это мой топовый трансмог. Писывай. Забавный. Забавно не то слово. 15%, даже больше, у меня 16%, даже 16% меткости. Не манусь. Ладно, давай, короче, поехали. Гуляй. Герой там даст, что у нас хватит. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Далеко поставила? Да, понял. Немного сместились. Будет нормально, дамаш? Угу. Потом я говорю, я бы лучше, блядь, шопа побегал бы на ТДЦ в гильдию. Я еще сому диспелю. Thank you.
Лиса, следите, куда вообще эти летят? Чё-то все молчат. По-моему, Вилли летит, нет? А, к воротам летит, ворота. Тебе, наверное, придется бегать? Нет? Или сможете? В нас люди, по-моему, пустились. А, нет, стой, стоим, стоим еще. Где? Когда там Геро? Геро, давай. Он летит. Бля, Геро дали, я, по-моему, не сел. Давай, разбирайся. В РДД летит, по-моему. Давай левее спустимся. Левее. Я сдам гим. Блять, стой, Даш. Ой-ой-ой. Даш, ты, по-моему, что-то урон лутаешь. Все, ебать, я что-то подхиливал людей и по-моему все. А я гим сейчас дам. Нормально, мимо летит. Повезет. Добили. Ай, сука. О, ВНЖ взрыв. И, блядь, это да. Ну не везет тебе. Молчизин, блядь. Кинжалы какие-то босс. Его танчило на одном месте, не двигаясь весь бой. Давайте я уступаю. Ну, вот, повезло, ебать, с этими. Ну, короче, нормально дома дали. Космополит, ГЦ. ГЦ. Чё, пошли ИК? Пошли ИК. Кого КД на ИК? Меня. Меня. Откуда у меня тоже КД. Ну, а я знал, что вы захотите пойти ИК, специально повесил. Ну, пошли, но другими персами тогда. В смысле, другими? А еще кто есть, я просто заменил, у кого нет куда ебать, и все. Мне некем идти. Да, у меня кнопки.